Третий год международный фестиваль объединяет художников. В творческой атмосфере на берегу озера рождаются уникальные образы и пейзажи. Это не только живопись, но и фотографии. Каждая картина или снимок – свежий взгляд на красоту Байкала. Ведь из 29 участников фестиваля шестеро – иностранцы. Вообще мы позиционируем наш фестиваль как фестиваль, где встречаются представители городов, побратимов города Иркутска. Это Пфорцхайм, Германия, департамент Верхняя Савойя, Франция, это город Порденоне, Италия. И вот представители из этих городов были нынче на нашем фестивале, и на этой выставке вы, я думаю, увидите интереснейшие работы. Абстракция – жанр современного искусства. В своих работах фотографы использовали медиатехнику. Это позволило увидеть Байкал, что называется, под другим углом. А художники откровенно экспериментировали. Например, ангарчанин Владимир Иванов считает, что таким образом авторы могли выплеснуть свои чувства на холсте. В данном случае у нас именно коллективное творчество. И во всех работах принимали участие очень много человек. Даже мы специально ставили задачу, чтобы не только художники участвовали, а именно люди, которые проходят мимо, которые идут, видят. И вот свои эмоции, они как бы в одном мазке, в одном движении каком-то, они все это оставляют. У фестиваля очень демократичный характер. Нет никакой критики, только возможность творить. Причем неважно наличие художественного образования. Возможно, поэтому на Байкал приезжают люди не только отдохнуть, но и прикоснуться к прекрасному искусству. Ведь в глубине души каждый из нас – созидатель. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.